Блин, я хотел его испугать. Привет, милая. Ты знаешь, что мы итальянцы очень знамениты своим... Обидно было. И похеру. А, да. А я так не хотела. А можете меня кто-то подтолкнуть? На! Да хорошо тормознуло первое. Ты, блин, как это сделать? На, плачь, я тебя сейчас убью. А это 6, Тёма, это как бы... На 6 нажми, блин. На 5. Да подожди. 9, 5, 6, 1. Нет, 9, 5, 6, 2. Нет, 9, 5, 6, 3. Нет, 9, 5, 6, 4. Нет, 9, 5, 6, 5. Нет, 9, 5, 6, 6. Нет, 9, 5, 6, 7. Нет, 9, 5, 6, 8. Нет. А еще одна картина. Это критики внешности в интернете. Бывает так, вот просто заглянешь куда-нибудь на какую-нибудь страницу. Ну, там обсуждают кого-нибудь. И типа, ну просто фотку выложила, девчонка какая-нибудь симпатичная. Появляется один, типа, о, корова толстожопая. Второй, а чё за доска сисек нету. Ради интереса заходишь на страницу. Один мудак, второй дебил. Короче, у одного рожа что жопа, у второго вместо носа член. И сидишь думаешь, вот это жюри, вот это, блин, я понимаю, вот это парни. Обошел! Это что, у меня кусачки сейчас внизу? Угу. Да блин, она меня заметила. О боже, она сейчас... Да забей. Зря рискую. Ой, зря. Ой, глупый. Ой, зря. Ой, побежал-то куда? Куда ты бежишь? Ой, зря. Ой, зря ты это делаешь. Ой, зря ты это... Блядь. Речь пришельца, что поможет провести допрос более эффективно. Посмотри на мониторы. На них отражаются вопросы, которые ты должен задать. Наконец-то. Откуда вы прибыли? Откуда вы прибыли? Откуда вы прибыли? Иди нахуй. Да какой кит? Творящийся здесь бред, я хотя бы далеко от нее. Ну? Это, по-моему, игра сломалась. Да, боже, это лучший баг на свете. Надо сдернуть. Боже, это мой любимый баг. Это самое лучшее, что я видел в жизни. Господи, разработчики, вы гениальны. Сейчас я тебя отвезу, просто маме покажу. Я так с Дашей познакомился. Сбросьте скорость, и я выйду, ладно? Ну, пожалуйста! С Богом! С Богом! Что происходит? Это какая-то, блин, перестрел?
Женщина! Пошла! Что ты твою мать? Я не совсем знаю, что происходит. Хер знает. От первого лица выглядело так, как будто кто-то из нас кем-то овладел. Как же ты мансуешь, а? Ух, меня чуть не подкинуло. Я выживу, не волнуйтесь, все будет хорошо. Я это зря сказал, да. Аккуратненько. Нет! Нет, нет, нет! Блядь. И что делать? О, кусок. Сука. Не, неплохо было, неплохо. Я не испугался, но удивился довольно сильно. Что это такое, а? Вот это что такое? Оно опять упало, оно сейчас прибежит. Прости, не знаю, что это звук. Тихо, спокойно, спокойно, Сука. Кто заклипит, тому бан. Сразу предупреждаю. Надо узнать, что там по рестримам. То есть, может быть, это запрещено. Что мы тогда будем делать? Ну, типа, баны получим, что ли? О, боже, твою мать. Я не боялся, я просто, ну, типа, играю на публику. Прежде. И это, дамы и господа, были Darksiders 3. Почему? Оно тупо выключилось. Оно тупо выключилось. Вместе мы сила. Блять, чувак, ты горишь. Успокойся. Обгоришь. Хватит. Нет. Нет, нет, нет. Спокойно. Спокойно. Да не важно. Сука. Вот это возьму. Поехали. Кто это? Это даже не я сделал. Так. Ну, с контрольной точки, пожалуй, продолжим. Они в меня врезались, я просто ехал. Нет. Который бы и телеги забирал. Мы уже близко, расслабьтесь. И здоровье упустите. У меня, конечно, нет диплома инженера, но, по-моему, это войдет в историю. О, ус, Саски! Оно почти работает! Я не управляю, и меня ведет прямиком в этот торнадо. Ясно, в итоге все к блеватрону свелось, как обычно. Надо ливать. На сегодня хватит. Поиграем в эту игру потом. Сука. Я не испугался, если что.